Ну что ж, друзья, давайте учиться этому трюку. Трюк, собственно, не сложный. Надо знать просто последовательность действий. Итак, для начала разложите, значит, вот так вот тузов. Пиковый, червовый, крестовый, бубновый. И после чего разложите короля, даму и валета, также по мастям. Итак, скажите зрителям, чтобы они запомнили эту последовательность. То есть зритель запоминает, что это пики, черви, крести, буби. И он должен держать эту последовательность в голове. Вы будете его как будто бы тестировать. Итак, после этого вы берете валета, дама, короля, пик. И вот так вот пролистывая, показываете их. То есть валет, дама, король. Далее вы берете следующего валета, дама, короля. Но уже черви. Говорите, у меня есть червовый, также валет, дама, король. Далее. То есть сейчас просто их кладем, никаких брейков, ничего не делаем. Далее, здесь говорите, у меня тоже есть крестовые, валет. Следом ставим за валетом мизинец на брейк, дама, король. То есть дама, король у меня на брейке. И следом мы говорим, что у меня есть бубновые. Их кладем на крестовых. Вот так вот. И говорим, что у меня также есть валет, дама и король. То есть, ну, король у меня здесь вот так вот уже с дамой, с королем крести стал. Бросили. То есть, такая вот последовательность у нас получилась. Итак, теперь вы задаете зрителям первый вопрос. Какие карты были первыми? И с этим вопросом вы отлистываете три карты. Ну, зритель-то говорит, что, наверное, все-таки были пики, да, если зритель не дурак и все помнит, хотя бы первые карты. Вы показываете, да, действительно, первыми были пики. Переворачиваете валета, дама, короля. И готовите мизинец для брейка. Сразу же кладете на брейк эти три карты. И говорите, ладно, давайте отвлечемся и займемся тузами. Берем бубнового, кладем на крестового. Этих двух на червового туза. И все это дело кладем на пикового. Далее кладем это все на наш брейк. И начинаем показывать, что у меня... Итак, последовательность, говорите вы, да? Бубновый, крестовый. Далее вы говорите червовый и его чуть сдвигаете вот так вперед, чтобы был такой вот выступ. И говорите пиковый, после чего под этим выступом подхватываете, выступом берете на брейк и пикового туза переворачиваете. Говорите, итак, какие тузы, какая последовательность у меня идет по тузам. Первый туз, зрители говорят, к примеру, пики. Вы показываете, верно. Второй туз, они говорят черви. Здесь вы подхватываете на брейке именно все карты. Показывайте черви, но здесь у вас король, дама и валет пик спрятались. То есть вот так вот, да, подхватили мы. Вот так вот, да, показываем черви. Далее мы сдвигаем, следующую карту показываем крести. Сдвигаем следующую карту, показываем буби. То есть последовательность осталась та же самая, говорите вы. Сложили карты и раскладываем. Первую карту переворачиваем пикового туза. Следом у нас идет валет, я вот так в закрытую кладу. И даму с королем точно так же. Далее вы говорите, итак, какие же три карты были до тузов? Ну, все говорят, валет, дама, король, пик. Если хорошо с памятью, да? Вы их не показываете, кидаете сюда. Хотя здесь у меня уже тузы. Далее. Вы берете две нижние карты, отлистываете, ставите брейк. То есть две карты у меня вот так вот на брейке здесь. Потом вы говорите, какие были следующие. Отлистываете раз, два, три. Они говорят, червовые. Вы говорите, верно. Следующие были у меня червовые карты. И эти карты вы кладете вот на этот брейк. И переворачиваем короля. Даму. Вальта сразу же кладем. И переворачиваем. И отлистываю уже 10 трех вольтов. Кидаем сюда. Потом я отлистываю раз. Под низ 2, это дама крести. И поверх у меня дама черви, ее я кладу наверх. Показываю следующие карты, какие были. Зрители говорят, крестовые, вы говорите, верно, показывайте им. И следом просто вот так вот три карты отлистываете, это у нас короли. Все вместе сложили, показываете зрителю, он говорит, следующие были буби, вы как раз демонстрируете бубнового короля, да, все верно. Но после щелчка, значит, у нас бамс, бамс и бамс. Соответственно, здесь у меня стали одни короли, здесь у меня стали одни дамы, здесь у меня стали одни валеты, и здесь у меня стали одни тузы. Вот такой вот, друзья мои, трюк.
несложный, в принципе, в освоении. Берите, пользуйтесь и тестируйте ваших зрителей. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующих видео. Пока!